по-моему, да, Алексей? Ну. Пушка поранен. Ты что, это же самое то, самое то. Всем тем, кто готов сейчас музыкальную терапию, да, в свою жизнь запустить и почувствовать себя еще более счастливым человеком, особенно в понедельник, в такой пасмурный, делают громче сейчас радиоприемники, поскольку дуэт «Ягода» знает все о том, как улучшить настроение, правда? Угу. И украсить вот такой. Так, у нас какие-то перемены, значит, по... Что у нас было? Нет, все хорошо, поем. Мы споем. Ну, то есть не мы споем, конечно. Ты меня так не пугай. Ты не пугай, как слушателя, да? А дует «Ягода». Ну что, поехали, ребята? Пробуем. Поехали. Ивана, да я зато люблю Ивана, что головушка кудрява. Я зато люблю Ивана, что головушка кудрява. Кудри вьются до лица, люблю Ваню молодца. Кудри вьются до лица, люблю Ваню молодца. Уж как Ванюшка по горенке покаживает. Как Ванюшка по горенке похаживает, он сапог об сапог приколачивает, он сапог об сапог приколачивает, свои грустные речи разговаривает, свои грустные речи разговаривает. Ой, как ты меня, сударушка, да высушила. Что-то как, Лёшенька, чувствуешь? Ой, как высушила! В отпусках хвата снова! Носа, носа, осию сирмата, ай, сучупегу, ай, ай, сучупегу! Это вы куда это, на гастроли-то ездили? Дарушка, да высушила, без морозу, без огня, сердце вызнобила, без морозу, без огня, сердце вызнобила, ой, пустила сухоту, да по моему животу, ой, пустила сухоту, да по моему животу, ой, рассыпала печаль, да по моим ясным очам. Ай, так как хорошо-то, аплодисменты вот уже присылают слушатели на эфир, на WhatsApp, пишут спасибо, ребята. Ну, помимо того, что мы записывали всякие, вот сейчас это модно, видео, ну, да? типа того. Да-да-да, рилсы, маленькие видео и все тому подобное. Это все можно посмотреть в соцсетях «Дуэта Ягода», совершенно, да? Верно. Изучить, абсолютно, все, да. Абсолютно все. И душа требует еще. Еще невозможно просто прекрасно. Давайте выберем, вы скажете нам название, да, а у нас вот есть музыкальная вам Ну, давайте. Очень хорошая песня. Знаете, называется она «И кто его знает?» Да. Я думаю, чего он очень моргает? Многие. Знаете, да. Кстати, эту песню? Слышали? У наверняка. Ну, конечно, что вы. И кто его знает? Да. А кто же его не знает? Да, чего он моргает? Конечно. Парень, который ходит вокруг вашего радио, посвящается ему. Ну, он все знает, но он моргает и на что-то намекает. Вот так вот. Это что за маньяк у нас завелся? Такие дела. Ну, давайте, конечно, ребята. Поехали. Парень возле дома моего поморгает мне глазами и не скажет ничего.
И кто его знает, зачем он моргает, зачем он моргает, зачем он моргает? И кто его знает, зачем он моргает, зачем он моргает, зачем он моргает? Вот ведь любовь была, чинно, благородно. Да, да. А яркий, грандиозный, обаятельный, динамичный, аппетитный. Вот так расшифрована эта аббревиатура «Ягода» в ваших соцсетях. Совершенно мы посмотрели. Вдохновение. Вдохновение. На самом деле, наверное, от песен. Вот оно все оттуда исходит, от наших истоков. А потому что музыка лечит и окрыляет, правда? Да, и хочется петь, хочется делать это по-новому как-то, вот, собственно, чем мы и занимаемся. Ну, вы хоть выяснили для себя, что он моргает? До сих пор, пока поем, выясняем. Может быть, что-то вот про приближающуюся неумолимо осень, которая мало кого когда щадила. Это же такое время года, знаете, испытаний не для слабонервных. Есть у нас одна песенка, называется «Листья желтые». Я думаю, ее все радиослушатели знают, поэтому будут подпевать. Поехали. Прожить нам мире это, не прожить нам мире это без потерь, без потерь. Не уйдет, казалось, лето, не уйдет, казалось, лето, а теперь листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся, и от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. Пускай дождливы часто, и пускай дождливы часто эти дни, может, созданы для счастья, может, созданы для счастья, и они, листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся, и от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. Владимир пишет, в кабине трактора слушаю и танцую. Представляете? Вот какая правильное отношение. Слушай, Владимир, танцует трактор. Лист как
окошку прилипает. Поем все вместе. Лис к окошку прилипает. Золотой, золотой. Осень землю осыпает. Осень землю осыпает. Красотой, красотой. Все вместе. Листья желтые на городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. Как раз ровно вот сейчас. 4 года. Да. Мы вас поздравляем. Год искренне, будет юбилей. Как вы нашли друг друга? Это же такая достаточно непростая история, чтобы совпасть вот этими пазлами. Вообще, да? Быстро сработались. Да. Ну, кстати, вот и сработали сразу же в первый же день. Потому что для одного проекта нужно было, нужен был гармонист. Я искала гармониста. А гармонист искал вокалиста. Да. А гармонист приехал, искал вокалиста. И вот мы спели. А кто кому просмотр устраивал? Алексей, вам бы все об этом. Не, на самом деле, Настя очень долго не соглашалась работать вместе. О, а вот это, кстати, интересно, а почему? Ну, если женщина говорит нет, это же ровным счетом ничего не значит. Правильно, поэтому я настойчиво продолжал и в течение вот с 2014 года по 2017. А это я неизвестно, говорила сколько нет. Времени. Настя, ничего себе выдержка. Будет песня, которую исполняли много где раньше, да, и на теплоходах, и на вечеринках. Разожжем костер любви из осенних листьев. И песня называется «Костры горят далекие». Зажжем. Костры горят далекие, луна в реке купается, а парень с милой девушкой на лавочке прощается, а парень с милой девушкой на лавочке прощается. Глаза у парня ясные, как угольки горячие. Быть может, не прекрасные, но в общем подходящие. Быть может, не прекрасные, но в общем подходящие. Ой-ли-ле-ле-ле-ле-ле-ле, бьется сердце, сердечко мое. Сердце, сердечко мое. Замедлить расставание он всей душой старается. Словечко ищет нежное, сидит сердечный, мается. Словечко ищет нежное, сидит сердечный, мается. Ой, ли-ле, 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 бьется сердце, сердечко мое. Ой, ли-ле, ли-ле, ой, ли-ле, бьется сердце, сердечко мое. Девчата голосистые пропели все страдания. Лишь слышны на скамеечке сердечные вздыхания. Потушие, луна за лес скрывается, а парень с милой девушкой никак не распрощается. А парень с милой девушкой никак не распрощается. Ой, ли-ле, 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 бьется сердце, сердечко мое. Сердце, сердечко мое.
какие три дела до сих пор так и остаются в списке ваших дел? Не успели. Записать песню. Записать песню. Сделать пост. Записать клип. Да, клип. А сколько уже есть клипов за 4 года? Ну, такой яркий, наверное, один, прям, чтобы клип, да, на песню «Играй гармонь». Да. Ну, а так у нас уже много клипов. Много. А если бы вы могли обладать какой-то одной сверхспособностью, что это было бы? Сверхспособность. Быстро все делать. Записывать видеоклипы. Успевать, да? Делать концерты без препятствий, знаете, так. О, да, очень актуальненько. Перенесся. И сразу получилось. Песня называется «Никуда не денешься, влюбишься и женишься». Поехали. Можешь на любовь не ответить и не пускать даже в сны, но еще остались на свете колдуны, колдуны. Я тебя давно поила колдовскою травой. Где бы ты ни бегал, там что бы ты ни делал, там все равно ты будешь мой. И никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой. Ту-ру-рум, ту-ру-рум, ту-ру-рум. Если про другую ты вспомнишь, ничего не скажу, только взглядом темным, как полночь, погляжу, погляжу. Я тебя давно поила колдовскою травой. Где бы ты ни бегал, там что бы ты ни делал, там все равно ты будешь мой. И никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой. Ту-ру-рум, ту-ру-рум, ту-ру-рум. Ну а теперь все у нас радиослушатели танцуют твист! Поехали! Вот так! Носком левого ботинка! Да? Все верно! Так, теперь правый, наверное? Да! А теперь вместе! Поехали! Это вам не лезгинка! Тронет ветер листву, и настанет час покориться колдовству, колдовству. Я тебя давно поила колдовскою травой. Где бы ты ни бегал, там что бы ты ни делал, там все равно ты будешь мой. И никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой. Я тебя давно поила колдовскою травой. Где бы ты ни бегал, там что бы ты ни делал, там все равно ты будешь мой. Никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой. Ту-ру-рум, 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 ча-ча-ча. А такая точка сейчас будет, да, итог, к сожалению, нашей встречи, но мы еще встретимся. А мы их закроем в кабинете, пускай пусть. И песня о любви, давайте известную такую, в которую все точно знают, тем более для всех девчонок, «Никто тебя не любит так, ой, как, обожаю, так как дуэт «Ягода». Ой, обожаю ее вообще, давайте, отличный выбор, отлично. Mm-hmm. Поехали. Оп! Новосибирцам и жителям Новосибирской области мы желаем любви. Нашим подписчикам. Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя. Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну кто тебе сказал, что нынче осень? Через два дня. А ведь и правда, и золотые листья на земле. В школу придется. Ну кто тебе сказал, что ровно осень? Я не приду, любимая, к тебе. Ну где же ты, любовь моя?
Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Соло! Давай-давай! А вот интересно, 8 это утро или вечера? Давайте уточним. В нашем случае утро, Леш, только утро. И вот стою в вагоне у окна, а за окном чужая сторона. И вспомнил я тогда твои глаза, любимая, хорошая моя. Ну где же ты, ну где же ты, любовь моя? Все вместе! Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Вот так.